На месте рухнувшего моста в поселке Ильском ведутся активные работы по ликвидации происшествия. В данный момент сотрудниками Северского дорожно-строительного управления создается временная автомобильная переправа через реку Иль. Ниже по течению уложили трубы и сверху засыпали гравием. Для пешеходов еще в день обрушения организовали переход. Прямо в склоне выкопали ступени. Причина обрушения моста еще неизвестна. Также предстоит оценить нанесенный ущерб.